Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Forex Infinity Strategy. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Стратегия Forex Infinity Strategy состоит всего из двух трендовых индикаторов. Но дополняя друг друга, эти индикаторы способны генерировать прибыльные сигналы для торговли. И суть стратегии сводится к торговле по тренду. Также стоит отметить, что данная стратегия изначально создавалась для торговли на рынке Forex, но ее без проблем получилось адаптировать и для бинарных опционов. Так как данная стратегия является трендовой, то самые прибыльные сделки будут получаться тогда, когда торговля будет вестись с экспирацией в 10 свечей. А если вы не знаете, что такое тренд, то можно посмотреть наше видео о тренде, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Помимо консервативных сделок с экспирацией в 10 свечей, торговать по данной стратегии можно и более агрессивно, используя всего одну свечу в качестве экспирации. Говоря о правилах данной стратегии, обращать внимание нужно будет как на сам индикатор Infinity Trend, так и на панель внизу графика. Панель внизу графика построена на различных эффективных индикаторах, одними из которых являются Moving Average, MACD, CCI и другие. И также стоит отметить, что на панели появляется информация о совершенных сделках, если торговля ведется на рынке Forex через терминал MetaTrader 4. Также в архиве с данной стратегией, которую можно будет скачать с нашего сайта, будут и другие индикаторы для рынка Forex, которые изначально были в данной стратегии. Особое внимание на панель стоит обращать в тот момент, когда ведется торговля с экспирацией в 10 свечей. А для сделок по турбо-опционам с экспирацией в одну свечу данная панель не имеет особого значения, так как такие быстрые сделки могут совершаться и против тренда. И как уже стало понятно, если значения напротив нужного таймфрейма подписаны как up, то это говорит о покупке опциона call. А если значения подписаны как down, то это говорит о покупке опционов put. И также стоит знать, что данная панель является лишь второстепенным подтверждением сигналов по индикатору Infinity Trend, который представляет собой осциллятор с двумя типами линий. И изначально может показаться, что направление линии индикатора говорит о покупках опционов call или put, но это не так. И обращать внимание нужно будет только на цвет индикатора. И как только индикатор меняет свой цвет с красного на синий, то необходимо покупать опцион call, независимо от того, что линия индикатора будет направлена вниз. А для опционов put, соответственно, необходимо, чтобы индикатор поменял линию с синей на красную, и независимо от того, что она будет направлена вверх, все равно нужно будет покупать опцион. Поначалу, конечно, такие сигналы могут запутывать, но после недолгой практики к этому быстро привыкаешь. Как можно видеть, правила торговли по данной стратегии очень просты. И давайте попробуем совершить несколько реальных сделок, используя турбо-опционы и экспирацию в одну свечу, чтобы посмотреть, как работает данная стратегия и как по ней должна вестись торговля. Но обратите внимание на то, что торговля с экспирацией в одну свечу несет в себе повышенные риски, так как сделка совершается тогда, когда еще не закрепился сигнал. И поэтому после получения убытка нужно применять правила Мартингейла, так как следующая свеча себя скорее всего отработает. Thank you.
По итогу можно видеть, что получилось совершить 4 сделки, 3 из которых принесли прибыль в размере более $100. Но не стоит забывать, что сделки мы совершали с экспирацией в одну свечу, что является довольно рисковым подходом. И при такой торговле обязательно стоит придерживаться правил money management и risk management, а также протестировать данную стратегию и попробовать поторговать таким методом на демо-счету, так как в таком случае вы ничем не рискуете. И если на демо-счету торговля получится прибыльной, тогда можно переходить и на реальный счет. А если же вам не подходит такая агрессивная торговля, то просто используйте консервативный метод и экспирацию в 10 свечей. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!